Всем привет! Вы на канале Снежана Снежок. И сейчас я вам покажу мой первый сквиши. Посмотрите, как он сжимается. И обратно возвращается в свою форму. Этот сквиши я сделала сама своими руками. И в этом видео я вам расскажу и покажу, как сделать вот такой вот суперский сквиши. Они такие крутые. Для этого нам понадобится наполовину листка нарисовать или напечатать любой рисунок. У меня смайлик и половинка арбузика. Складываем пополам. А еще нам понадобится скотч, ножницы и губки. Обклеиваем переднюю и заднюю сторону скотчем. Смайлик у нас получился, а теперь нам нужно его вырезать. Такие вот два кружочка у меня получились. Теперь их нужно склеить. Я приготовила вот такие вот кусочки скотча. Ну что, склеиваем? Я обклеила весь смайлик и оставила маленькое отверстие. Теперь сделаем наполнитель. Берем губки и отрываем жесткую часть.
режем на мелкие кусочки. Я буду резать типа вот такими маленькими квадратиками. Увлекательное занятие. А теперь заполняем наш сквиши. И наш сквиши готов! Посмотрите, какой он клёвый! Круто! Какой он крутой! Крутой! Вот такой крутой! Вот он такой крутой! Вот такой! Вот живой! Живой сквиши! Круто! Вот такой крутой, у него роза крутая! Круто! Ой! Давайте его сдавим. И он возвращается в свою форму. Подавим. Есть еще один более простой способ. Не рисовать, как я рисовала, а просто купить какую-то вкусняшку. У меня это M&M's. Высыпаем все содержимое. Заодно можно и подкрепиться. Проделываем все то же самое, обклеиваем скотчем и наполняем наполнителем. Вот такой вот обклеенный M&M's у нас получился. Ну что, заполняем? Ребята, а давайте не кухонными губками заполнять, а синтепоном. Давайте попробуем, что получится. Мне очень интересно. Весь сейчас всунем. Заклеим отверстие и тестируем! Круто! Вот это крутой эффект! С синтепоном тоже круто! M&M's. Или арбузика. И ложного арбузика. Ребята, я придумала еще один сквиши из резиночек. Я спела вот такого вот зайчика. Вот его глазки, носик, лапки и ушки. Вот такой он милашный. Он тоже сжимается и очень мягкий. Ах, какой милашный. А кому понравилось
это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Ну, напишите в комментариях, какой вам сквиши больше понравился. Сквишики. Йойчик. Орбит.